Ну, начнем играть, короче, игра для тех калечей. Показываю для тех, кто вообще не играл ни в первую, ни вторую часть. И кто думает, что это полный отстой, особенно для прокиллера, который калеч ныл что-то там. Говорил, удаляй эту игру, удаляй. Нет мозгов, нет, наверное, чтобы поиграть. Вот появился желтый портал. Желтый портал, он всегда там есть. Я могу создать синий и появлюсь из желтого. Вот, я вылез в желтый портал. Вот я уже наверху. Вот я спрыгнул. Мне нужно забраться в ту дверь наверху. Как это сделать? Допрыгнуть этого не допрыгнул. Но внизу есть большая высота. Мостик и огромная высота вниз. Если внизу... Даже на картинке показано для нубасов, которые только начинают играть. Если внизу сделать портал, то есть я с самого быстрого разгона сверху вниз пролечу и из желтого портала вылечу прямо и перелечу как раз этот обрыв. Вот я перелетел и оказался около этой двери. Здесь кнопка, на нее нужно нажать ящиком. Ящик лежит в закрытой стеклянной какой-то колбе сраной. Тоже в дырку я пролезть туда не могу никак, как я не корячился. Не лезет и все. Я не мега мозг, конечно, я не сразу соображаю. На кнопку нажимаешь, дверь открывается, куда нам нужно идти. Ну вот я додумался, вроде как. Выстрелил, и он появился с желтого портала на центре. Упал. Этот странный шарик. Ну теперь я возьму этот шарик. Опять сделаю портал внизу. И опять с размаха прыгну в нижний портал. И вылечу, пролечу как раз, опять появлюсь там же, где бы эта кнопка красная сраная. Беру кубик. Полетели. Ну летим. Летели. Вот я перелетел, вот теперь ставлю этот квадрат на кнопку, дверь открылась. Если вы не являетесь сотрудником лаборатории и случайно обнаружили этот комплекс в развалинах цивилизации, запомните, испытание — это будущее, и оно начинается с вас. Но это вообще нубское задание, это просто самое начало игры, это даже не испытание, а просто тренировочная ботва пока идет. Потом все начнется там, выломай свои мозги, чтобы додуматься. Вот опять, мне нужно попасть наверх туда. Валяется уже кубик какой-то, зачем нахрен? Опять показана картинка, что с высоты уже портал внизу. То есть, где я синий портал сейчас открою, оттуда я вылечу, вот. Там выступ этот видно слева. Да, вот тут. Если я из него вылечу, я как раз долечу до того квадрата, который надо куда-то опять поставить. Ну и вот полетели, короче. Летим, ёпты. Пролетели. Хрен знает, как через жопу изогнулся, извернулся. И вот я уже здесь, возле квадратика. Берем квадратик. Только куда с ним идти? Понятно. Жесть какая-то. Так, ага. Если я спрыгну вниз, я как раз долечу. То есть мне на противоположной стороне этого обрыва нужно наверху сделать портал, чтобы с него перелететь. Вот ухрень. Там сделаю дырку, то перелечу как раз туда напротив. Делаю дырку, чуть-чуть левее надо. О! Теперь с этим грёбаным кубиком я прыгаю вниз и с разгона вылетаю через верх. О! Перелетел я сюда, куда нужно. Здесь какое-то сраное стекло. Непонятно какое. А, там вот стрелочка, стрелочка есть. Можно обойти. Вот. Тоже для особо одаренных, как я. Вот ставим кнопочку, открывается, поднимается напротив двери байда какая-то, типа мостик. Это значит, я с разгона теперь должен туда опять прилететь. Сейчас напротив мостика открою портал. Вот. Я открою портал.
Теперь с разгону опять в падении вниз, я должен со всего размаху перелететь на тот мостик и зайти в дверь. Сейчас мы это сделаем. Не попал. Фигня, еще раз. Да и вскочил опять. Ну давай еще раз и все. О, летели. Отлично, творец будущего. Однако, если вы старые, недоразвитые или страдаете от увечья и радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в свое примитивное племя и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов. Вы просто нечеловеческие загадки разгадываете. Это вообще просто супермен. Идите подальше, на следующий уровень. А этих уровней тут я чувствую до самой задницы. Ну и все. Кто не играл, советую, поиграйте. Мозги поломайте свои. Не все стрелять каждый день.